В этот вечер все слова о них и для них. Тех, кто не спал ночами, убаюкивая в кроватке. Тех, кто радовался первому зубу и волновался перед походом в первый класс. Кто всегда выслушает и даст добрый совет ценой дороже золота. Будем в зале мы, ребятки, наших милых мам встречать. Вот они все наши мамы, и скрывать мы не хотим. Всю концертную программу посвятим сегодня им. В лицее номер один в Сходне провели концерт в преддверии Дня матери. Женщинам вручили благодарственные письма и, конечно, цветы. Поздравить мам с предстоящим профессиональным праздником приехал председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский. Мама – это человек, который с самого рождения находится рядом с нами. Человек, который всему нас учит. Ответственности, взаимоуважению, порядочности. Мама – это тот человек, который всю жизнь проходит рядом с нами. К этим словам присоединился и Руслан Шаипов. Депутат уверен, сколько бы лет ни было человеку, какую бы должность он ни занимал, рядом с мамой всегда приятно побыть ребенком. А согласитесь, всегда, когда приходишь в родительский дом, когда подходишь к маме, обнимаешь ее, вот многие невзгоды, да, практически все невзгоды, они как-то вот смягчаются. Острые углы смягчаются. И мама всегда, ну я, наверное, не ошибусь, если скажу, что мама никогда не предаст. Праздничный концерт продолжился выступлением творческих коллективов лицеистов. Дети пели, танцевали, читали стихи и раз за разом признавались в любви своим самым родным людям – мамам. Нина Липанова, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.